Сегодня в нашем эфире Андрей Пиантковский высказал мнение, что мир не готов к победе Украины, и именно поэтому сейчас происходят вот такие вот заявления, какие-то вот затяжные истории с тем же вступлением в Европейский Союз, вот эти вот поиски механизмов, как спасти лицо Путина, да? Согласны ли вы с таким утверждением? Я вот полностью согласен с Андреем Андреевичем. Почему? Потому что, ну, во-первых, боятся конкуренции Украины, это раз. Украина самое крупное государство, ну, если мы берем границы 91 года, это высокоиндустриальное, аграрное государство, которое имеет огромный потенциал и может дать огромную конкуренцию. Да? Но это во-первых, с одной стороны. С другой стороны, действительно, активная работа Российской Федерации сейчас в информационном поле и через своих лоббистов, и через свою агентуру, вот, приводит к тому, что действительно вот есть такая вот тенденция к тому, что действительно именно некоторые европейские государства, мы знаем их, это Франция, мы можем ее назвать, это Италия, это Венгрия, это Германия частично, да, которые действительно, ну, как бы относятся неоднозначно к победе Украины. Мы знаем четко, что наши союзники, главные союзники, Соединенные Штаты, Великобритания, то есть англосаксонский блок, они капитально заинтересованы в том, чтобы Украина победила и на военном фронте, и на дипломатическом фронте, и на финансово-экономическом и так далее. Потому что только таким образом можно победить Россию, ее ослабить и убрать с геополитической карты влияния.